В этом руководстве вы узнаете, как установить настольную, десктоп, версию Telegram для ПК. Ниже приведены шаги для настройки. 1. Найдите Telegram Desktop версию в любом браузере. 2. В результате поиска появится официальный сайт Telegram для установки. 3. У нас есть система Windows, поэтому, соответственно, мы будем загружать установку для Windows X64. Вы можете выполнять настройку в соответствии с вашей системой по ссылке «Показать все платформы». 4. Выберите установку и загрузите ее. 5. Войдите в свою учетную запись Telegram, используя свой номер. 6. Затем вы увидите этот экран Telegram.